преддверии Дня города мы начинаем серию мероприятий, посвященному такому большому светлому празднику. Это говорит о чем? О том, что чебоксарцы очень спортивные. Очень важно для Чебоксар проводить такие турниры высокого уровня, которые позволяют спортсменам показать свое мастерство, уровень своей подготовки, свои силы. Хочу вас поздравить с таким великим праздником, как День города. Он будет на самом деле в области спорта, в единоборствах. Надеюсь, вы получите большое удовольствие от поединка. Представляем вам Кубок чемпионов 15. Президент Международной Федерации одобрил нам проведение боя за титул чемпиона мира среди профессионалов кикбоксинга К1.